Анонс и точнота выхода 57-й серии турецкого сериала «Ветреный холм». 57-я серия сериала выйдет в эфир 19 марта. Ранее в сериале мы увидели Халиля, который вместе с Зейнеп оказался в заложниках Куршата. Девушка вымотана всем этим. Она позволяет себе уснуть, прижавшись к Халилю. Халиль же засыпать себе не позволяет. Он следит, чтобы Зейнеп была в порядке. Он приехал сюда, чтобы вернуть ее домой. Но когда Зейнеп просыпается, Халиль не может удержаться от очередной ссоры с ней. Говоря об их положении, он утверждает, что они оказались в нем именно из-за того, насколько Зейнеп упрямая. Но Зейнеп не готова к этой перепалке. Девушка рассказывает Халилю, что когда брала в долг деньги, не знала, что эти люди являются ростовщиками. Она интересуется у Халиля. Неужели не должна ничего делать, в то время как он активно разрушает все ее мечты? Халиль понимает, что он больше виноват в этой ситуации, чем Зейнеп, хоть и не может произнести это вслух. Фия встречается с Эльмой. Парень обещает ей, что спасет Халиля и Зейнеп, даже если для этого ему придется пожертвовать собственной жизнью. Зейнеп признается Халилю, что она боится, но он старается успокоить ее. Халиль обещает Зейнеп, что пока он рядом, ей ничего не нужно бояться. Когда один из бандитов собирается коснуться Зейнеп, говоря, что он думал, то такая любовь, как у них, бывает только в кино. Халиль готов броситься на него. Он не позволяет прикоснуться Зейнеп. Девушку такая реакция удивляет. 57-я серия сериала выйдет в эфир 19 марта. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.